Муфтий Дагестана Шейх Ахмад Афанди встретился с министром энергетики и ЖКХ региона Ризваном Мурадовым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. В ходе беседы руководитель ведомства озвучил проблему бездоговорного потребления электрической энергии и газа. Я надеюсь на то, что мы будем взаимодействовать. К тому же у нас есть вопросы, в которых мы должны взаимодействовать. Накопившиеся вопросы, которые хотел бы тоже обсудить, это бездоговорное потребление электрической энергии и газа. Здесь без вашей поддержки нам будет тяжело обойтись. То, что люди расходуют энергию, и некоторые люди умудряются не платить, вот это категорически нельзя. Я раньше тоже в своем выступлении и в своем обращении говорил, расходовал. Особенно этот вопрос касается мечети, медресе, религиозных организаций. Не должны, мы же расходовали, мы же пользовались этим. В завершении духовный лидер отметил, что муфтият и в дальнейшем будет помогать и оказывать поддержку министерству.